На территории экотехнопарка начались строительные работы. Сегодня идет расчистка площадки под котлован анкерной опоры. Бульдозеры аккуратно снимают плодородный слой почвы, который впоследствии вернут обратно. Ведь, как и планировалось, благоустроен парк будет цветущими клумбами и садами. И это подготовка для ритья котлована под фундамент анкерной опоры. Именно здесь будет нулевой километр. И от этой вот станции, где анкерная опора и нулевой километр, трасса пойдет в эту сторону. Километр 100 метров. Затем в следующем году мы эту трассу продлим на 15 километров, и она перейдет в высокоскоростную дорогу, где можно будет развить скорость до 500 км. Для расчистки площадки, возведению подъездных дорог, арматурных и монтажных работ компании Skyway приглашен подрядчик, который обеспечит весь перечень задач. Сегодня здесь присутствует генеральный директор компании-подрядчика, который, собственно, организует все строительное. График строительства очень плотный. Каждый день спланирован практически поминутно. Любые вопросы, чтобы не терять темп строительства, Анатолий Эдуардович Юницкий решает прямо на полигоне. Это концепт, схема, она соответствует. Здесь вот сады, видите? Все, я понял. Здесь вот грузовая трасса со взворотом. Вот сейчас, когда увидел картинку, все, понятно, уже да? Все сфотографировал. Да, вот анкерный опор, видите? Здесь будет городская система, видите, кольцевая. Угу. Здесь у нас ферма, жесткая конструкция. Здесь тонкий рельс, высотой всего 200 мм. Понял. Тем не менее, полет 50 метров. И он будет ехать по ровному пути, преднапряженная конструкция. Он проедет, развернется и пойдет по высоте. Перед строителями действительно сложная, но, как они сами признаются, интересная задача. Ведь то, что придумал инженер-конструктор, что разработано в конструкторских бюро, превращается из чертежей и цифр в вполне осязаемый объект. Задача такова, что в следующей неделе выполнить объем работ – это скопать котлован, снять чернозем здесь, сделать подъезды временные дорог, положить плиты здесь дорожные и приступить на следующей неделе арматурным работам. А числа, я думаю, так, числа 5-6 первый бетон должны прийти. Хорошо. Мы это успеем в сроки выйти, да? Тяжело, но будем стараться. Сделаем. Да, будем стараться.